Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и компания Ulefone представила новый смартфон Ulefone Armor. Далеко не каждый современный гаджет может похвастаться удачным сочетанием надежности и практичности с отменным функциональностью и ресурсоемкостью. Похоже, создатели Ulefone Armor решили доказать, что такое на самом деле возможно. Что же у них получилось? Корпус устройства выполнен из армированного пластика, он имеет класс защиты IP67, позволяющий не переживать из-за попадания пыли и воды внутрь устройства. IPS UGS экран величиной 4,7 дюйма и разрешением 720 на 1280 точек не оставит равнодушными обладателей смартфона своими яркими красками и высокой четкостью. Дополнительную защиту панели обеспечивает присутствие сверхпрочного стекла Gorilla Glass и олеофобного покрытия. Сердце смартфона. Не потерявший актуальности, 8-ядерный чипсет MediaTek MT6753, работающий в паре с графическим процессором Mali T720. Дополняет этот тандем 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения посредством microSD. За коммуникацию отвечает набор надежных помощников в лице Wi-Fi, технологии LTE и Bluetooth 4 поколения. Литий-ионная батарея емкостью 3500 мАч обеспечивает до 8 часов непрерывной работы. Гаджет оснащен актуальной версией OS Android Marshmallow. Модуль для съемок представлен вполне конкурентоспособными камерами от Samsung. 13 мегапикселей и 5 мегапикселей. Так, характеристики аппарата у нас такие. У него процессор MT6753 8-ядерный, 3D ускоритель Mali T720, операционная система Android 6.0, оперативки 3 ГБ, внутренняя память 32 ГБ, поддержка карт памяти до 128 ГБ, экран 4,7 дюйма, Gorilla Glass, разрешение HD. Сети у нас поддерживают всевозможные, также у нас есть 4G LTE. Так, количество сим-карт. Две сим-карты формата микросим. Так, Bluetooth, Wi-Fi, это понятно. GPS, GLONASS, он все поддерживает. Камеры мы уже знаем, какие здесь. Так, у него есть встроенные динамики. Это само собой. И размеры аппарата. 147,9 мм по высоте. 75,8 мм по ширине. И 12,5 мм толщина. Толстенький такой довольно аппаратик получился у нас, и вес у него 195 граммов, аж ничего себе, такой тяжеленький материал у нас, металл и пластик. Сканера отпечатка пальцев у него нету, индикатор событий присутствует. Вот такой вот у нас телефон. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.